Это когда все любят друг друга. Махаббат дегеніміз ол адамдар бір-бірін жақсы көру. Они же женятся, потом у них появляются дети. Бірінші бап, үлкен адамдарын тәрішкісін келесің. Да, потому что это за тебе все любят. Әкем. Неге? Өткені ол үйдің үлкені, және де ол бәліне басқарады. Мамам жақсы көрем. Ата. Спецназом. Потому что я хочу защищать людей. Пальца. Дарьер. Поздравляю вас с этим замечательным праздником. 1 июня – День защиты детей. Осы біз болып, сіз болып, көмектесуге тырысамыз, қолымыздан келгенше көмектесеміз. Чтобы было еще больше счастливых семей, которые обретают счастье материнства в наших стенах. Мы очень вас любим. Пусть ваши родители всегда вами гордятся.